Прошедшая неделя, разделенная пополам религиозным праздником, не была богата на какие-то яркие события в Республике Башкортостан, но кое-что все-таки происходило, и давайте об этом сегодня поговорим. Самым масштабным событием был, несомненно, визит Ради Фаритовича Хабирова в Донецкую Народную Республику на Донбассе. Честно говоря, внезапность этого события меня немножко ошеломила. Но, видимо, такова тактика, никого заранее ни о чем не предупреждать. Мы, слава богу, не исчисляем никаких хронологий вот этих странных новообразований на политической карте Европы, но, тем не менее, там тоже свои юбилеи. Вот на этой неделе случилось 7-летие образования ДНР-ЛНР, и именно на это торжественное мероприятие, вернее, на мероприятие, связанное с этим юбилеем, поехала целая делегация из Башкортостана, возглавляемая Хабировым. Судя по официальной информации башкирских СМИ, Хабиров посетил обе непризнанные республики, и Донецкую Народную Республику, и Луганскую Народную Республику. В Луганской Народной Республике он и вовсе отхватил местную медаль от благодарного народа ЛНР. В Донецке он там, значит, всех поздравлял, обнимался с Пушилиным и прочее, и прочее. Был, конечно, и повод для этой поездки, помимо вот этих вот юбилеев странных новообразований. Я говорю о том, что Хабиров посетил могилу Минигали Шаймуратова, нашего прославленного земляка, который погиб и похоронен на территории вот этих вот странных квазигосударственных образований, и, ну, в общем, там, возложил цветы, почтил память земляка и так далее, и так далее. Но, повторюсь, это, конечно, был только повод. Основное место в информационной повестке на эту тему занимали взаимодействие Хабирова с руководством вот этих вот бандформирований ЛНР-ДНР, всевозможные заявления, коих действительно было сделано немало. В частности, Хабиров заявил, что народы ДНР-ЛНР уже завоевали независимость, и теперь им пора начинать строить экономику. А вот с их как раз экономикой и готов взаимодействовать и сотрудничать Хабиров и Республика Башкортостан. Вот здесь, конечно, я, честно скажу, вздрогнул. Дело в том, что все-таки Хабиров поехал в ДНР-ЛНР не как частное лицо, не отдыхать, не в отпуск, не там, по делам каким-то личным, и даже не просто возложить цветы на могилу Шаймуратова, что, собственно, было бы, ну, понятно и никак бы, наверное, не возбранялось. Но Хабиров поехал как чиновник, как российский чиновник, выехавший на соседнюю, прямо скажем, оккупированную территорию или захваченную территорию. Как бы мы ни трактовали спорные вопросы, связанные с этими самопровозглашенными новообразованиями, однако бесспорным остается то, что территория ДНР, ЛНР, де юре, де факто и как хотите, является территорией государства под названием Украина. Визит официального лица, чиновника, даже не сотрудника Министерства иностранных дел, а губернатора одной из территорий, вот на эти оккупированные территории или захваченные территории, не знаю, как вам больше нравится, это весьма спорное событие. В общем и целом, визит Хабирова на Донбасс меня лично, конечно, обескуражил и встревожил. И вот почему. Я глубоко уверен в сомнительности, легитимности режимов, установленных на этих территориях. В моем представлении ЛНР, ДНР – это незаконные территориальные образования в рамках государства под названием Украина. И потому официальные контакты официальных лиц соседних государств, наверное, с этими новообразованиями должны быть очень корректными и аккуратными. Хабиров не является сотрудником Министерства иностранных дел, Хабиров не является сотрудником Министерства обороны, который имеет там какое-то отношение к этому ДНР-ЛНР, и какого он туда поехал, совершенно непонятно. Отдельно нужно отметить то, что он был единственным чиновником подобного уровня на территории ДНР-ЛНР, который приехал праздновать вот этот светлый праздник, 7-летие этих новообразований. В общем, совершенно непонятная, необъяснимая с логической точки зрения поездка.
Были там и нюансы, конечно. Почему-то вместе с Хабировым там был Турчак, один из руководителей партии «Единая Россия», ну, высших руководителей. И, видимо, были какие-то разговоры, переговоры, потому что именно после этой поездки туда господин Сидякин вдруг подает заявление на праймерис на участие в предвыборах «Единой России», которые впоследствии перерастут в настоящие выборы в сентябре. Поездка Хабирова на Донбасс и официальное участие в государственных или там квазигосударственных мероприятиях на этих территориях, конечно, несет определенные риски для него самого и для нас, для республики в целом. И вот какие эти риски. Конечно же, я говорю о санкциях. И если самому Радию Фаритовичу по какой-либо непонятной причине больше не нужны шенгенские визы, он не планирует посещать хоть сколько-нибудь цивилизованные страны, которые традиционно накладывают санкции и персональные, и общегосударственные санкции на тех, кто там потворствует вот этим режимам на территории Донецкой и Луганской народных республик. Но мы-то, как говорится, здесь при чем? Я говорю о том, что даже имидж республики, которая изо всех сил пытается привлекать цивилизованный инвестиционный капитал на свою территорию, пытается развивать здесь атмосферу доброжелательности и надежности, стабильности для взаимодействия с западными партнерами, у которых, собственно, и есть деньги. Мы же понимаем, давайте трезво смотреть на вещи, что ни о какой экономике Донецких народных республик и прочих этих ЛНРов речь идти не может. Как всякие оккупированные, захваченные или сепаратистки отделенные территории, ДНР, ЛНР – это, конечно, абсолютные территории-доноры, которые живут за счет каких-нибудь грантов, подачек, законных и не очень выделений средств. Ну, там по определению не может быть никакой экономики, потому что там все еще идет война. В общем, будем наблюдать эту ситуацию с тревогой, посмотрим, насколько визит Хабирова на Донбасс осложнит инвестиционную обстановку в республике и вообще отношение к республике и к нему лично со стороны и западных партнеров, и вообще всего цивилизованного мира. Но, повторюсь, эта выходка была неожиданной и, на мой взгляд, не до конца обдуманной. Несмотря на многочисленные праздники и выходные, в республике продолжаются праймерис «Единой России», и продолжается он в весьма необычной форме. Судя по всему, количество голосующих на сайте там, за кого-нибудь внутри вот этого внутрипартийного процесса, эта численность очень низка, и «Единая Россия» изо всех сил пытается нагнать туда участников. Делается это традиционным способом через административный ресурс. И вот на прошедшей неделе мне прислали документ, инструкцию, которую рассылает начальник отдела по связям с общественностью администрации, например, Кировского района, госпожа Антипина Светлана Анатольевна. Ее удалось идентифицировать исключительно по ее почте, которую она указывает в этой методичке. Собственно, вся эта методичка заключается в следующем. Бюджетникам, подотчетным, там, подведомственным району предписывается там, значит, совершить несколько шагов в направлении партии «Единая Россия», а именно зарегистрироваться на определенном сайте, зайти на него, проголосовать, сделать скриншоты и прислать для отчета Светлане Анатольевне. Я нисколько не сомневаюсь, что во всех административных органах власти в республике сейчас происходят схожие процессы. В каждом здании администрации, в каждом городском округе, в каждом муниципалитете есть своя Светлана Анатольевна, которая изо всех сил завлекает на праймерис «Единой России» несчастных бюджетников. Насколько это законно, насколько это корректно и насколько это этично, сложно сказать. Ну, с уверенностью можно сказать о том, что в рабочее время Светлана Анатольевна, наверное, этим заниматься не должна, потому что зарплату она получает совсем за другое, и любой другой сотрудник администрации любого уровня никогда не должен участвовать в рабочее время в политической жизни, потому что там партия «Единая Россия» — это как бы отдельная общественная организация, и никакого отношения к администрациям формально она, конечно, не имеет. Однако мы имеем то, что имеем. Мы видим активное участие административного аппарата республики в поддержке и в функциях партии «Единая Россия». Параллельно с этим мы можем констатировать, что сама партия не в состоянии организовать вот эти вот процессы типа праймерис, потому что, как выясняется, люди просто тупо не участвуют в этом.
То есть они не видят ни смысла, у них нет никакого желания, они не проявляют никакого интереса к этим праймерис, но их приходится теперь вот таким вот образом заставлять. Ну, все еще работает этот механизм, когда начальство из администрации позвонило, и все там побежали, сломя голову, регистрироваться на сайте, отсылать сканы Светлане Анатольевне и так далее, и так далее. Тем самым, ну, будет имитирована бурная деятельность, будут, значит, заявлены какие-то результаты, что тысячи, значит, людей в едином порыве проголосовали там за какого-нибудь Шамиля Валеева или за Александра Сидякина или еще за кого-нибудь, ну, потому что этим героям нужно хотя бы сейчас пройти вот эту вот процедуру, хотя бы ее имитировать. Ну, по поводу Александра Сидякина я уже упоминал ранее, что он внезапно заявился на праймерис «Единой России». Действительно, этого никто не ожидал. Очень много разговоров пошло на тему того, что, ну, смотрите, у нас Сидякин, значит, покидает пост главы администрации Хабирова и уходит в Государственную Думу. Собственно, уходит туда, откуда он и прибыл, к нам сюда, в Башкирию. Ну, я пока с осторожностью отнесусь к этим прогнозам. Возможно, это какая-то хитрая игра, хотя выглядит она весьма, прямо скажем, незамысловато. Если Саша Сидякин покинет нас и уйдет в Государственную Думу, я расценю это событие как положительное для республики с практической точки зрения, потому что человек этот, на мой взгляд, все-таки не находится на своем месте. И вот все те великие достижения, которые приписывает ему Константин Борисович Толкачев, они, конечно, весьма спорны. Обширный интерес жителей города Уфы вызывает судьба улицы Комсомольской и улицы 8 марта. Мы уже много об этом говорили. И вот на прошедшей неделе нам в редакцию пришло письмо, очень такое яркое, с фотографиями. Письмо это жителя улицы Комсомольской, который прислал нам фотографии какого-то странного водоема, который образовался на улице Комсомольской. Местные жители называют этот водоем озером Грекова. Они предполагают, что кто-то повредил коммуникации под землей, и эти пространства, вот этот объем наполняется регулярно то ли водопроводной водой, то ли фекальными какими-то массами. Жители упоминают о том, что несколько раз эту жидкость из этих, значит, ям пытались черпать экскаваторами и выливать ее на проезжую часть, вернее, на то, что осталось от проезжей части, ничего не помогает. Уровень, значит, воды или не воды в этих озерах постоянно восстанавливается. Выглядит, конечно, это все ужасно и неприглядно. Надеюсь, что с этим начнут что-то делать, потому что впереди жаркий период времени, и с точки зрения, ну, эпидемиологической обстановки, наверное, это очень неправильное явление. А еще мы получили подробное и очень любезное письмо от компании «Дортранстрой», которая, собственно, занимается строительством, вернее, реконструкции улицы Комсомольской 8 марта. В этом письме были резонно отмечены те недочеты, которые мы допустили в предыдущей передаче. Я имею в виду некоторые факты, в которых мы допустили ошибки. Ну вот подобный способ взаимодействия я вполне себе приветствую. В отличие от Саши Сидякин, руководство Дортранстроя сочло возможным конструктивно проинформировать нас о там, ошибках и деталях, которые мы упустили, и мы с удовольствием их исправим. Я говорю о том, что я в предыдущей передаче заявлял о том, что сроки исполнения работ по контракту на улице Комсомольской просрочены на год. Так вот, это не так. Действительно, согласно контракту, работы должны быть выполнены на улице Комсомольской до 20 ноября 2021 года. То есть все полностью работы, речь идет и о проезжей части, и о прилегающих территориях, тротуарах и так далее, и так далее. Мы ошиблись, мы исправляем ошибку. И будем с не меньшим вниманием наблюдать за тем, как этот контракт будет исполняться. Я говорил о том, что нужно взыскивать неустойку по просроченным, значит, срокам исполнения контракта. И это тоже была ошибка. Эту неустойку можно будет взыскивать после 20 ноября 2021 года. В общем, будем с замиранием сердца следить за тем, как исполняется этот контракт, насколько они смогут и успеют в этом году это все закончить. Но напомню, все должно быть готово под ключ. С посаженными деревьями, установленными бордюрами, тротуарами, проезжей частью и так далее, и так далее. Войны в строительной сфере в Уфе приобретают хронический характер. И мы, наверное, будем теперь долгое время наблюдать
вот эти боевые действия в этой сфере. Не было такого никогда. Вообще традиционно строительная сфера в Уфе и в республике была достаточно такой тихой зоны с точки зрения там, взаимодействия застройщиков и властей. Всегда удавалось находить общий язык, всегда, значит, переговоры велись кулуарно и в тиши кабинетов. Теперь все это выхлестнулось, значит, на улице, в СМИ, в медиапространство. То, что конфликт перешел в публичное пространство, это, конечно, очень нехорошо. Потому что, во-первых, это свидетельствует о том, что власти утратили способность к конструктивному или какому-либо иному диалогу. То есть, если конфликт и выяснение отношений перенесены в публичную сферу, это говорит о том, что аргументов у сторон практически нет. Ну и, кроме всего прочего, конечно, страдают непосредственно участники этих процессов, я имею в виду дольщиков, подрядчиков и прочее. Да? Сколько подрядных организаций, субподрядных организаций сейчас простаивают в ожидании решения судьбы того или иного объекта? Сколько сотен тысяч человек ждут свою зарплату или не получают ее, потому что там что-то где-то Хабиров ударом ноги об землю остановил какое-нибудь строительство и так далее. То есть есть такие побочные эффекты. Взбудораженные местные жители, да, вот эти вот всякие конституции 5 и так далее, то есть вот эти взаимные голодовки и прочее. Все это продукт именно вот этого конфликта, который вышел в публичное пространство. Но есть еще и экономическая сторона. Собственно, в Уфе начался достаточно ощутимый рост цен на жилье. Я с удивлением обнаружил, что обыкновенное, в общем-то, жилье в Зеленой Роще, то есть будем брать этот район как средний по цене, да, то есть это не самое дешевое жилье где-нибудь там на Выселках, но и не самое дорогое жилье на Ленина там или где-то в центре Уфы. Так вот, в Зеленой Роще вот эта вот новостроечка уже перешагнула рубеж в 100 тысяч рублей. Есть цены 109, 118, 120 тысяч за квадратный метр. То есть вот оно как. Еще совсем недавно мы говорили о там, цене в 50, 60, 80, 70 тысяч. Довольно-таки давно, но мы все еще помним о том, что в Миловском парке социальное жилье продавалось там, по 37, по 40 тысяч рублей. И вот вам Зеленая Роща по 110. Это действительно очень тревожный сигнал. И это тоже результат вот этих войнушек и невзвешенной, необдуманной политики на строительном рынке Республики Башкортостан. Теперь, собственно, сама фронтовая сводка. На прошедшей неделе компания «Жилстроинвест» обратилась с официальным заявлением в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело на невыясненных должностных лиц мэрии города Уфы за то, что мэрия Уфы препятствует выдаче разрешения на строительство на участке, который находится на Зорге, ну, вот этот вот спорный объект, о котором, собственно, в последнее время идет речь. То есть терпение Салихова, насколько я понимаю, лопнуло, и он пошел официальным законным путем, обратился в Следственный комитет с требованием уже начинать преследовать тех, кто саботирует строительство в Республике Башкортостан и в Уфе. Ну, на мой взгляд, это логичный, правильный и вполне себе рисковый ход, потому что сейчас Салихову придется взаимодействовать с силовиками в том смысле, что найдет ли он с ними общий язык, сможет ли он их убедить в преступности деяний мэрии, что на самом деле сделать не очень просто. Хотя последние события вокруг мэрии Уфы говорят о том, что внутри нее оказалось достаточно много людей, которые вполне себе могут претендовать и на домашний арест, и на прочие санкции со стороны силовиков. Так что в ближайшие дни будем наблюдать и оценивать действия Следственного комитета и Жилстроинвеста. Посмотрим, какое решение будет вынесено по этому заявлению. А вот вокруг ПСК-6 происходили иные процессы. На прошедшей неделе обострилось противостояние между жителями дома Конституции 5 и потенциальными жителями дома, который возводится рядом с этим зданием, так называемыми дольщиками ПСК-6. В общем, взаимно они друг друга пугали голодовкой. Одновременно с этим сильно пугалось местное отделение полиции и администрация Орджоникидзевского района. Состоялся суд о претензиях жителей дома Конституции 5 в отношении невыясненных лиц, которые, по их представлению, похитили у них земельный участок. Суд никакого решения не принял. Более того, судья отложила решение на июль месяц и ушла в отпуск. Это решение взбесило жителей дома по Конституции 5, и они начали уже делать очень резкие заявления. В частности,
Одна из активисток, жительниц дома по Конституции 5, некая Настя, вообще договорилась до того, что в ее представлении надо браться за оружие, потому что власти не защищают их интересов. Или будем уже какие-то решения принимать? У нас власти нет, что ли? У нас только вот так вот. Если власти беззаконие, мы как в Африканской республике, что ли, живем? За оружие надо браться? Но учитывая, что это Настя, ближайшая подруга и соратница госпожи Яковлевой, я тут не удивляюсь ничему, потому что некая экзальтированность в подходах вот этой вот компании, она, конечно, абсолютно очевидна, и девушки не выбирают выражений, но я бы советовал все-таки немножко поостеречься, потому что, когда уже пошли призывы браться за оружие, это, конечно, не шутка, у нас за меньшее сейчас начинают таскать по всяким инстанциям. Начал просыпаться у нас и крупнейший объект обманутых дольщиков – Миловский парк. За зиму мы как-то подзабыли об этой проблеме. Наверное, это объяснимо, и другие проблемы были, и пандемии, и прочее, прочее. Но вот снова лето, снова Миловский парк. Я не знаю, будет ли в этом году палаточный лагерь, как в прошлом году, и в позапрошлом году, и вот эти протесты. Но ощущение того, что ситуация уже все больше и больше заходит в тупик, меня не покидает. В ближайшее время в Челябинске должен состояться суд арбитражного суда, уже второй инстанции. И суд этот о том, что несколько компаний, которые аффилированы с господином Пяткиным, с господином Комлевым и так далее, они пытаются оспорить решение о передаче активов ООО «Килстройинвест» Рекфонду для достраивания объекта «Миловский парк». Конечно, ситуация более чем абсурдная. Складывается ощущение, что вот эти товарищи, там, Комлев, Шейн, Пяткин, Росейкин, и многие-многие другие, которые задействованы во всех этих процессах, которые, собственно, были непосредственно связаны с той историей, которая случилась в Миловском парке, они заинтересованы дальше продолжать затягивать эту историю. Видимо, есть какой-то интерес. Иначе как можно еще объяснить такую активность? Люди, ломятся в Челябинский арбитражный суд, апелляционную инстанцию, и пытаются отменить вот это решение о достраивании Миловского парка через Рекфонд. Может быть, все дело в том, что в бюджете завелись вот эти почти 3 миллиарда рублей, которые выделены на достраивание Миловского парка, и Комлев и компания наивно полагают, что они могут стать опять застройщиками. Позвольте, это уже совсем какой-то запредельный цинизм, в том смысле, что я, во-первых, не понимаю, почему Комлев до сих пор на свободе, человек, который допустил вот эту ситуацию с Миловским парком, и в отношении которого идет сейчас расследование уголовного дела, и вообще там есть формулировка о том, что на объекте похищены около 2 миллиардов рублей, а Комлев был директор вот этого всего «Килстройинвеста» и прочее, да? То есть ему-то вообще тут надо сидеть тихо и молиться о том, чтобы его там не посадили за эти 2 миллиарда и вообще не признали виновным в этом всем. А он участвует в хозяйственной деятельности. Он и дальше претендует на то, чтобы быть застройщиком. То есть он хочет получить еще 3 миллиарда, чтобы еще раз построить Миловский парк. Но мы уже видели, как у него это получилось в первый раз. В общем, конечно, честно говоря, это бредовая какая-то совершенно история. То есть я понимаю, что 3 миллиарда – большие деньги. Я понимаю, что они будоражат умы там некоторых предприимчивых граждан, которые хотят стать застройщиками на Миловском парке. Но не те же самые, кто уже один раз попробовал.